Датский зоопарк в Оденсе отличился новой скандальной акцией. Там уже во второй раз на глазах у посетителей, среди которых было много детей, препарировали льва. Открытый урок анатомии под названием «Хищник изнутри» сопровождали подробными комментариями. Велась даже интернет-трансляция. Представители зоопарка утверждают, что дети не испугались, проявили большой интерес и задавали вопросы. Несмотря на то, что многих происходящее явно шокировало, большинство ребят отворачивались и зажимали носы. Почему ты уходишь? Все это плохо пахнет. Я думала, что это будет здорово. Ну и как тебе? Неприятно. Зоопарк преподносит публичное вскрытие животных как образовательное шоу. Противники считают подобную методику неэтичной. Предыдущая акция в Оденсе вызвала волну возмущений. Тогда тоже препарировали льва. Началось все с копенгагенского зоопарка, где на глазах у школьников процедуру эвтаназии провели жирафу Мариусу, родившемуся в результате близкородственного скрещивания.